Ваня, наша слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, как облако человека любит. Как нам сделаться подражателями Христу? Он для того и принес нам учение свыше, с небес, чтобы вознести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями своего Учителя. А как нам, скажешь, сделаться подражателями Христу? Делая все для общего блага, а не ищи своего, ибо и Христос, сказано, не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Никто пусть не ищет своего, а пусть, ища своего, всякий имеет в виду ближних. Что наше, то и их. Мы одно тело, и члены, и части друг друга. К Римлянам 12 глава. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенное. Пусть никто не говорит, такой-то еще не друг, не родственник, не сосед. У меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор? Если он и не родственник, не друг тебе, все же он человек. Одного с тобой естества имеет одного владыку, сараб, сожитель, так как живет в одном с тобой мире. А если еще содержит одну веру, то вот он и член твой. Какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Все мы крестились в одно тело, сказано 1 Коринфянам 12 глава. Для чего в одно тело? А для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя, потому что сказано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Ефесянам 5 глава. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот. Разъявил все поровну, одно для всех воссияет солнце, возжег. Распростер один кров неба, устроил одну трапезу, землю. Дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой. Но также одну. Участники таинства знают, что я говорю, то есть о причастии. Даровал всем один дух, всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах. Все пьем из одной и той же чаши. Будем сохранять эти узы неразрывными, и никакой худой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Аминь.